Приветствую вас, уважаемые друзья и коллеги по хобби. Сегодня хочу сделать для вас интересный эксклюзивный обзор на интересную модель в 32-м масштабе, которую выпускает фирма Limited Edition. Самолет Камикадзе японский Ки-115. Самолет выпускается в такой вот картонной коробочке. Ничего лишнего, картинка и название. Модель выполнена из смолы. Ну и сейчас посмотрим на содержимое коробочки. В коробке диск. На диске инструкция по сборке самолета подробная. Выполнена в виде фотографий. В пакете лежат смоляные детали. Два фонаря. Фонари прозрачные, хорошо выполнены. Панель и декаль. Декаль на трофейные американские самолеты и японские красные кругляши. Сейчас рассмотрим сами детали. Я все с пакетов доставать не буду, разложу, а потом на фотографиях по сборке будет показано, как все собирается. Довольно подробная, хорошая инструкция. Деталей, как видите, немало. Все разложено по пакетикам. Стойки шасси армированные. Просмотрел более подробно модель. Все выполнено довольно хорошо. Сделана довольно неплохо расшивка и клепка. Ну, при желании вы ее можете, конечно, сделать более глубокой. Модель светлая, и на видео, может быть, не особо хорошо будет видно. Специально подготовил синий лист бумаги. Клепочка видна. Хорошо видно и расшивку. Следов недоливов нету. Довольно плотно стыкуется. Немножко обработать напильничком. И, как видите, все очень хорошо. Даже еще не обработанная, соприкасается друг с другом. Щели даже и не видно. У кого заинтересовала данная модель, посмотрите фотографии. Там будет более лучше все видно, чем на видео. Сами понимаете, не хочется сейчас потрошить пакетики, потому что очень много мелких деталей в пакетах лежит. На фотографиях все будет хорошо видно. На этом, друзья, буду заканчивать обзор. Смотрите фотографии, оставляйте комментарии. Кто не подписался, подписывайтесь. Канал
как видите, развивается, постоянно выходят видео, и кому интересно, следите за выходом новых серий. Всех благ вам, вашим близким. До новых встреч, друзья!